Блок надо вовремя делать, через 2 секунды от него нет толку. Так я зажимаю его. Да давай ты уже... Да как ты ничего не делаешь? Ты ничего не делаешь, персонаж. Почему ты ничего не делаешь? Какого хера? Какого хера ты ничего не делаешь? Почему ты смотришь куда-то в жопу носорога? Блок на контрол? Это блок? Да ты троллишь меня. Лук просто for life. Орки тупые и медленные. Ладно. Просто вот позорно. Больше ничего нет. Просто позорно. Это еще что? А ну прекрати. Ну началось. Ну началось. Я просто... Я просто хотел себе курятины немного. Просто за курицу начал меня избивать. Так, ладно, настройки. Управление. Сейчас. Дайте мне посмотреть. Тут где? Блока у меня, по-моему, просто рели нету. Может, это реально... Так, силовая... Лол, такими соплями. Ага, хорошо. Ликвидирующий патруль на ферме. Ура. Крошворок, трон. Посижу, хоть подумаю над своим поведением. Ах, просто боль. Так, жизненная энергия, лечебный корень. Нифига нету. Так, ладно, что-то мы поели. Так, сундучелло. Вроде сильные атаки, за которые медленные замахом нельзя парировать. Зелье выносливости. Взять все. Хорошо. Так, пошли. Присоединить. Давай, давай. Хорошо. Давай, давай, дать зелье. Клифф присоединен. Хорошо. Теперь я могу убивать куриц. 10 опыта. 20 опыта. Господи, сколько опыта? Это ж просто нектар богов. Взять все с менина. Взять курица. Просто столько... Вот, вот он, фарм. Я убил 10 куриц, это все равно, что я убил орка одного.
Разве это не мечта, ребят? А они ваншотятся просто так. Я просто на курицах могу фармить быстрее, чем на орках. 6 куриц, лагерь орков. Я про то и говорю. Вообще вин. Так, я там видел... Я там видел где-то сундучелла. Бежим к нему. О. Свалила. Вот свинья. Со стрелы не умерла. Как я теперь попаду-то по тебе? Ладно. Бегите. Так, где сундучело? Так, взять все. Ну вот смотри, просто вот унизили. У меня и был унижен. Был унижен просто свиньями. Клифф, ты чё там? Так, мы уже у лагеря? Вот это мы быстро. Так. Тебя сюда приперли-то? Санцегляд. Слышь? Гелфорд. Урочий патруль на ферме уничтожен. Окей. Слава Иносу. Эти вояки вечно доставляли мне головную боль. Как тебе это удалось, даже спрашивать не буду. Ты молодец. Вот, держи долю нашего золота, чужак. 500 золота. Покажи мне свой товар. Купи мне, дайте мне, пожалуйста, какой-то простецкий хотя бы армор. Вот я могу купить себе кожаное одеяние. Изготовленная охотниками одежда. Давай. Да, да, давай. Ты парень, что надо. Баланс. На тебе. Сейчас подожди, пока еще эти. Топор дровосека один, пожалуйста. Так, рожворог. Оба. Кинжал ассасина мне совсем не понравился на самом деле. Урон от клинка изношенный. Ой, так он же убитый у меня. Ёжик, у меня аж пушка-воздушка не работает. Деревянный щит. Сломанный деревянный щит. Как же вы оказалась у меня в руках? Так, ладно, это все можно... Хотя, ладно, зачем это продавать-то? Так, ладно, действительно, не надо все продавать прям. 855, которые надо оставить. Да, вот так вот. Сломанный деревянный щит надо убрать. Вот все, баланс. Сделка. Хорошо, так, как мне теперь использовать мое... Вот он, мой эквип пошел. Хотя бы что-то, а то я совсем бедный. Так, тут у нас пилорама и, кстати, сундук. Так, возвращаем кузнеца на место. Армор за 5к возьми лучше. Да фу. Найду. О. Братан, ты чего там? Кажется, надо было идти в другой вход. Чтобы он не тупил, пока бежит. Так. Не найдешь. Сойдет. Мне этого хватит. Они там отличаются на каписы. Так, дай Хавьер. Подумать. Хавьер, что тебе подумать-то? Наковальня. Горнила. Клифф Кузнец, и теперь он будет работать на вас. Клифф Кузнец, и теперь он будет работать на вас. Спасибо, чужак. Теперь мы сможем увеличить наши запасы оружия. Так, еще мне нужны эти связки оружия. Связки оружия у меня только... Мне надо больше. Тебе нечем заняться? Наковальня. Так, а ты мне обещал по...
Палаш, кстати... Кстати, да, чувак, что ты мне расскажешь? Большое спасибо тебе, чужак. Я никогда этого не забуду. Вот, возьми это в знак моей благодарности. 300 золота получено, достигнутый уровень 300... Опа, 250. Расскажи мне что-нибудь о кузнечном ремесле. Расскажи мне что-нибудь о кузнечном ремесле. Кузнировать мне нравится. Навык кузнеца плюс 5, правильно пользоваться тяжелыми доспехами. О ремесле старателя, как заточить клинок. Как выковать оружие из руды. Вау. Так, а кузнечку-то мы будем качать? Кузнечка это нормальная тема? Кузнечная ковка из рудного оружия. Усиление доспехов. Чё, ребят, кузнечку будем качать? Блин, столько... Блин, смотрите, как все классно. Топ-пухи в кузнечке. Блин, надо качать тогда, чё? Ему нужна форма, компоненты, кузнечный молот. У меня 20 очков обучения. Давайте, наверное, пока что сила, а потом уже кузнечка. Мне бы, кстати, как-то отремонтировать свое оружие. Вот у меня, типа, убийца орков. А, нет, подожди, это не у меня не убийца орков. Странно, это убийца орков изношенный, а этот нормальный. Ладно, не суть важно. А, слышь, братан, Норрис, давай. Как, научишь меня драться? Научишь меня драться. Я хочу силу. Хорошо. 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 Отлично. И стать опсильным. Тебе не хватает опыта. О, блин, мне еще надо 10 очичей. Ладно, хотя бы 150 есть. Закончить. Так, хорошо. Ну, подчистую, конечно, выгреблись. Зато силы 150. Так, пойду покрафчу на все, что есть. Мне нужно в Кабдун. Мне нужен Кабдун, ребят. Чё у меня здесь по... Тут есть всякие разные... Покажи мне свой товар. Покажи мне свой товар. Целебное зелье, простецкие целебные зелья. Жизненные силы, выносливости. В шершня можно превратиться. Шершень, как известно, плавает. Ай, бонус к выносливости. Это я все равно юзать не могу. Подожди, а тут есть целебное зелье. Разные целебные зелья, типа. Целебное зелье из лесных ягод, целебное зелье из санцегляда. Ничего себе, смотрите, какие они дорогие. Целебные растения... Блин, они все реально крутые. Целебное зелье. Целебная трава 26. Сколько 2? 2 целебное зелье изготовлено. Алхимии вообще никакой не случилось у меня. Так. У тебя, вообще какими штуками? Покажи мне свой покажи товар. Мне свой... Так. Арбали, вот, полуторный меч 12 тысяч, двуручный меч, форма для двуручного меча. Чувак, вот это ты меня кидаешь просто, вот просто кидаешь, у меня даже слов нету. Рапира, элегантное оружие. Просто вот, ты меня просто кидаешь, у меня по-другому слов нету. Я тебя, и ты был рабом, я тебя освободил, и сейчас ты мне продаешь форму для полуторного меча за 12 тысяч золотых. Вау, чувак. Вау, просто вау, у меня слов нет. Занимайся лучше своими делами. Так, а чё, Коппер... А, нет, Коппер не хочет со мной больше драться. Так, хорошо, ладно. Я тебя ненавижу, конечно же. Прям пипец. Но я хочу найти Ксардоса, сундук алхимика. Орочий патруль.
Повстанческое оружие для повстанцев. Орочий патруль между Роддоком, Реддоком и... Он у меня еще пока что не... Блин, а как этот орочий патруль вообще найти? Он у меня еще пока что даже... Подожди, но это же вообще фигня. Блин, мне бы какие-то рецепты дешевенькие. Ордею. Реддок, ладно. Еще бы мне передохнуть, а то у меня хп совсем нету, ничего нету. Здесь где-то должен быть орочий патруль. Пойду как-нибудь, я не знаю, по дороге к Абдуну. Но он говорит, что это орочий патруль между Ордеей. Может быть, между... Может быть, тогда по дороге... Давайте, знаете, что сделаем? Смотрите. Давайте мы портанемся в Ордею. Ого, Ордея расцвела. Воу. Ядрёна, кочерыжка. Слышишь, братан, а ты, может быть, еще со мной хочешь поговорить? Хорошо, что повстанцы сейчас здесь. Надеюсь, хоть на какое-то время орки оставят нас в покое. Покажи мне свой товар. Опыт плюс 500, кстати, тем временем. Красотища. Так, карта мира, ок. Отмычки 7, точно надо брать все. Так, сковорода. Жареное мясо, это все неинтересно. Обычные болты, баланс, сделка. Так, там подъехал даже какой-то кузнец. У них теперь еще и кузнец есть. Кузнец. Покажи мне свой товар. Длинный меч, двуручный меч. Угу. Вот так вот даже. Да тут все прям, я даже не знаю. Торговец, покажи мне свой товар. Отмычки все. Сразу. Ну. Ладно, их надо просто так перетащить. И целебное зелье на плюс 50, оно стоит 250. Что-то жирно, ребята, стелите. По 150, та ёпер СТ. Кстати, как ваши сундуки не обновились? В 5. Пока щит не носишь, пока можешь брать и поджигать в бою. Да, пусто вообще совершенно. Освобожденный раб, повстанец, повстанец, повстанцы типа... Повстанцы зеленые, они меня любят. А вот эти подвальные повстанцы меня не любят. Нормально. Ты действительно? Ладно, хорошо, идем ищем орочий патруль. Но, честно говоря, чувствую я, что меня тут трахан зипопан случится. Орочий патруль совсем безумная штука. Угу. Кикекек. Жизненная энергия плюс 5. А жизненная энергия плюс 5 это что такое? Вот яйцо падальщика мне пришло. Жизненная энергия плюс 5. Это типа... Ты какой-то пермач, что ли? Эх, фак. Больше хп. Ну, то есть вы хотите сказать, что это перманентная штука? Нафига я вообще тогда тратил свои очечи драгоценные? Нафига я тратил свои драгоценные очечи, чтобы вот... Спать иди, Леголас комнатный. Не-не-не. У меня зеликов куча. Все в порядке. А!
Леголас комнатный, here to win the day. Ладно, давайте это яйцо съедим, что ли. Жизненная энергия плюс 5. Хотя, наверное, она... Цена в золоте 1. Явно. Явно не так работает, как мне хотелось бы мечтать. Зачем качать силу, если ты все равно стреляешь из лука? То, что я мечтаю стрелять из... О! Это, кажется, он. Да, это явно он. Давайте просто сначала поговорим. Так, хорошо. Можно тут немножко поесть какой-нибудь еды. Сырое мясо сейчас мы его приготовим. Явно у меня есть вариант. Вариант приготовить из сырого мяса что-нибудь. Эй, псы! Какой слабый. Ты что здесь шастаешь? Я пришел к этому костру, чё вы? Ты что здесь шастаешь? А что, ваши цветы, ребят? Это ваши цветы? Ты что здесь шастаешь? Да, реально, я пикнул цветы, они активизировались. Развед. Связка оружия. О, кстати, связка оружия мне как раз-таки нужна пятая. Подожди, у меня три, мне нужна пятая и четвертая. Что-то не очень удачно. Ладно, давайте хотя бы их мочканем и радоваться будем. Их тут 4. Давай поговорим с тобой. Чего ты хочешь, тебе пора идти. Агролист. Ой, ну как вам сказать, дорогие друзья? Ты твою мать. Делать нечего, чё. Может, хватит? Вау, у вас у всех троих луки. Остановись здесь. Почему... Ну, иди сюда. Ну, началось. Конец. Да, нападай на четверых нормально. Все будет отлично. Отрывают просто пул. Они меня трешотят. Они меня просто трешотят. Просто наипоганейшее существо меня трешотят. Бэкстеба? Хрень, а не бэкстеб. Может, хватит. Так, воин-милишник, а эти рейнджевики, пущай будет так. Отлично. Почему так плохо? Господи, почему я не могу его затыкать? Он делает... Почему я его бью? Почему я его бью? Он делает свою силовую атаку, у него ничего не сбивается. У меня сбивается. И где моя силовая атака? Мне просто нужна силовая... Окей.
Отлично. Я сейчас успею завалить хотя бы этого разведа. Как ты меня проносишь? Советую тебе больше не связываться. Господи, как жопа. ПКМ нифига не укол. ПКМ плюс ЛКМ укол. ПКМ это просто быстрая такая шлепоатака, которая не носит никакого урона. 150, сука, силы, а урона никакого. Просто максимально раздражающие упыри. Просто максимально. Подожди, а что у меня сейчас стрелы? Урон стрелы. У меня есть вот такие стрелы. О, дай-ка попробуем. Может, хватит. Ты чё, горишь типа? Так, стамка. Отгеним ее пока. Хотя, как вам сказать? Подожди, а где еще один? Вот ты сладкий. О, шикарно. Сойдет. Слушайте, я в деле, давайте сохранимся. Хороший трай, в любом случае я отсюда... А, это воин стал, его надо было добить. Окей, я понял. Окей. Надо добежать, его поднимать. Убивать, точнее. Правда, пипец, как тяжело сейчас будет, ну ладно. Ты для меня не соперник. Что, прости? Что, прости? Кто-то не бьет, так это... Я. Что? В смысле ты фул и уже на ногах? Вау, вот это да! Вот это я убил двоих на пятерочку, спасибо большое! Отлично просто, просто кайф, I thank you просто. Охереть, они просто поднимаются. Как я могу... Ладно, этого хотя бы прижмем. Наконец-то. Что, я сейчас один в один проиграю ему? Так, ладно, одного убил. ХП нет, нихера нет. Нужно заклинание исцеления, прям пипец. И на связи сейчас здоровье полностью восстановится. Сырое мясо, жизненная энергия плюс 10. Можно, кстати, сырым мясом отъедаться на самом деле. Ладно, сейчас пока что целебное съедим. Не хочу сырое мясо тратить, оно его потом сделаем. Так, берем обычные стрелы. Хватит.
Пусть эти стреляют, а этот подходит. Остановись здесь. Так, это надо как-то... Да ладно, хватит. Да все быстрее. Сука! Он просто держал блок, пока этот чувак меня пристреливал. Если бы я добежал до второго, я смог бы их всех троих убить. А, какая жесть, блин. Просто средняя сложность. Средняя, Карл, средняя. Просто пощады. Быстрая атака у него — это боль. Что, успел пушку взять откуда? Так, этот красный, значит, умрет. Отлично. Отлично, господи, отлично. О, боже, арбалетурка. Крашагаш, крашворок. О боже, как же они овнят меня, просто обосраться как-то даже. И не жить немножко. Просто... Просто обосратушки. Просто реально. Четыре орка, надо завалить 4 орка. Просто где... Где дружба-то с Жизой? Хоть сундуки радуют. Так, какая-то... Какой-то козлик. Так... Я, кстати, этим костром хотел воспользоваться уже как миллион раз. Целебная трава. Теперь-то я смогу воспользоваться костром после того, как я... Костер, да, файнали. Связка оружия. Мне надо еще где-то связку оружия найти. Ура! Я могу отъедаться сырым мясом. Мне пипец нужно сырое мясо. Еще. Я, короче, такой, чтобы... Я такой, чтобы, короче, поубивать всяких еще падальщиков и всякой такой фигни, чтобы мяса было больше. Ну как я промахнулся? Отлично. Просто... Просто без комментариев. Ландыш серебристый. Там какой-то Стоунхендж. Зайдем туда? Растение маны. Так,
ПКМ для животных воин. Да? Очень удобно. Ох, нифига. О. Волк, я помогаю тебе. ПКМ для животных вроде как не работает. О, смотрите, там сундучелло. Угу. Ну тут его сейчас не нажимал. Нет, сейчас. Чего? Почему у меня бинт? Нет, не нажимал. В смысле, это был не ПКМ спам. Это был ЛКМ спам. Вот ПКМ. О, нифига. Нифига, как он их овнит. Так, ладно, это вышло очень плохо. Вообще нормально. Слишком тяжело. Так, тут кто-то остановился на привал. Ха, хлебушек есть зато. Костер. Так, давайте-ка, знаете, что сделаем? Просто мясо бинданем на, предположим, там, десяточку. Очень удобно будет. Да, шикарно. Здесь, как обычно, не могу ничего лутнуть. Тут какие-то волчары. Я хотел в Стоунхендж. Волчар можно убить. Так, здесь что у нас? Ой, какой лак-то. Здесь что-то есть. Эй, подожди-ка. Чего тебе? Хочу тебя предупредить. На востоке от Венгарда сидят орки. Угу. Целая куча орков. И что? Они сейчас не на отдыхе, понимаешь? Они только и ждут момента, чтобы подраться. Если они тебя увидят, тебе конец. Что ты тут делаешь? Что ты тут делаешь? Я охотник. Перебиваюсь тем, что найду на побережье. Ты можешь научить меня охоте? Можешь научить меня охоте? Это типа лук? Конечно, но не даром. В наше время каждый заботится только о себе. Принеси мне с востока мясо пугливых оленей, и я покажу тебе несколько уловок. Это будет честно, как ты считаешь? Так, покажи мне свой товар. Покажи мне свой товар. Лук странника. Не, ну как бы луки... Луки у него классные, конечно, острая стрела. Луки у него классные, конечно, но мне это ничего не надо. Интересно, я могу его завалить? Давайте, давайте сейванемся и просто посмотрим. Типа я как бы все равно охотником не буду становиться, я попробую. Убери оружие! Ты Стоп, это. Лук. Взять все. Там ничего нет. А его пушка длинный меч. Вепрь не оценил. Сейчас у меня убьет вепрь, нет. Ты видел стоимость лука? Нет, не обратил внимания. А! Стой. Сейчас, подожди, дай-ка пятерку хотя бы юзнем. Попил на пятерочку. Ладно. Вепрь больше... Так, добивать его до конца? Ну, как бы я нашел какой-то дорогой лук. Но как бы я все равно его юзать не буду. Зачем мне его убивать?
Вот с нас со спины нападать очень удобно. Лук 13 000. Вау, чувак. Ничего. Чувак, это просто кошмар. Опа, здесь какая-то скорпикура. Блин, 13 000, лол. Что-то на вепре АПКМ не работает. Слышь, вепрь, отвали! Так. Это слишком плохо, что я его убил? Ну, то есть, как бы... Он же меня теперь ненавидеть будет. Он какой-то квестовый, может быть? Ну, лук, конечно, 13 000 стоит. Это пообосраться. А теперь загрузи и повтори Изимани. Лол. Покажи мне свой товар. Лол, он со мной еще работает. Продай ему же. Я могу ему продать за 3 000. Слушайте, но он со мной даже работает. Он даже со мной работает, лол. Лол. Я сохранюсь, пущай будет у меня этот лук. Это, конечно, гадство. Шершень. Так, ну. Нормально катится и быстрыми атаками атакуется. О, отравил меня. Так, все, он отравил меня, 50. Так, стоп, надо идти в этот... Противоядие. Вино, мана, вода, зелье выносливости, зелье мана, целебное зелье, шнапс. Морковь, жареное мясо. Лечение отравления стоит маны. Я понял. Короче, от него нельзя получать ни одной атаки. Он на тебя вешает яд, который убивает тебя с самого начала до самого конца. Угу. Чё, из тебя падает шершень? Из шершня ничего не падает. Только зазря подрался. Так, ладно, хорошо. Ну, мы тут хорошо поживились, на самом деле. Смех смехом, а... Ну, кстати, какая-то пещера волчарья, судя по всему. Так... Ладно, значит, мы убили патруль орков. Мы должны пойти, прийти... А, нам нужно... А! Еще один шершень, я его даже не заметил. Так, ну я помню, что с тобой делать. Гидритёна объезжает. Из них, наверное, какие-нибудь... Набузь себе еще пару десятков луков и купи армор. Как я себе набужу пару десятков луков? Ой. Там кто-то есть. Аккуратно. Целебная трава.
Чуваки. Вы повстанцы? Да, вы повстанцы. Чё, Брентон. Воу-воу-воу, Брентон. Ладно, я понял. Чё так-то жёстко-то? Сохранись, загрузись, лук снова появится. А, не, у меня комьюнити вершен. У меня все такие аляповатости готики исправлены. У меня у него не будет этого лука больше. Да уж, представляю, вот же сложность игры бы была, да, представляете? Сидишь, и в игре есть экономика, все дела, а ты просто находишь чувака, у которого лук за 13 тысяч, загружаешься, убиваешь его, набираешь луков за 3 тысячи, продаешь, ты, у тебя теперь больше проблем с деньгами нету. Наверное, охеренно играть такую игру. Продай ему же, свалил, забрал. Так, я хотел что? Я хотел сдать квест? Я прежде чем хотел сдать квест, мне нужны еще одни оружия для повстанцев. Я хочу еще оружие для повстанцев. Мне нужно тогда в Кабду найти, да? Ох ты ж, нифига себе. Нет доступных заданий. Сундук алхимика, это в Кабдуне. Давайте до Кабдуна пойдем, короче. Вернись в пещеру с волками, пойдемте. Я вот тоже как раз таки думал о том, чтобы к ним наведаться. А то что-то они там тусят, что-то охраняют. У меня, кстати, 4 мяса осталось. Ни много ни мало, а я пустой. Здесь костер. У меня было 10 мяс. Я подрался, пофармил немножко мяса. Потратил мясо, чтобы зарегенить хп. У меня стало 11 мяс. Мяс. Я затыкаюсь про то, сколько я стрел потратил. Опа, сундучелло. Целебная трава. Сундук красный. Хил хороший, топор дровосека. Железный посох. Бой на посохах. А, это еще древнее знание. Фигня, шкура бизона, лопата. Интересно. Так, там волчары. Зубами щелчары. Ну давайте, идите сюда, сволочь. Ману прокачаю чуть-чуть попозже. Сначала я хочу себе плюс меч. Да ты будешь получать шерстяной волчара. Коротко о замесе 3 в 1 против волков. Коротко о замесе 3 в 1 против волков. Ты, сука, обузил карманные кражи в Скайриме 4 часа. Не обузил я в кармане, какая в Скайриме карманные кражи 4 часа. Я просто обучался, воровал у них. Это не то же самое совершенно. Чувак, там сейвскама никакого нету, это часть игрового процесса. Кто виноват, что тот такой геймдизайнер королевский? Ай-яй. Как же жестко.
То тут еще сундук. А, это та же самая полянка. Черт. Вали, 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 вали. Ой, отвали. Да как так-то? Я же жал. Нет, отвали, 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 отвали. Отвали, отвали, нет, я не хочу умирать. Нет. Нет. А. Фух. Какой же пот. Потный пот в соусе из пота. Просто три мяса. Каков АИМ? Да, чтобы эту игру норм играть, в нее нужно 1 000 000 модов патчи и полчаса молитв перед каждым запуском. Ну, мне комьюнити патч. Типа как хороший патч. Так, подожди, где волчар? Волчар должен был здесь по пути где-то умереть. Вот он. Сойдет. А, кстати, там еще волк. Отлично. Да, задрал. Отлетел просто как тряпичная кукла. Вкал. Плюс 3 мяса, минус 3 мяса. Плюс 150 опыта. Просто какая-то жесть. Эти волки просто кошмар. Я ненавижу их. Мне нужен просто щит. Я так не загружался вообще никогда. Наверное, последний раз я так загружался в Готике 2. И в Айвона Биде Боша. Как же вы меня бесите. Как ты меня умудрился кусить? Ты можешь отвалить? Что за херня? Что это за контрфрейм или еще какая-то херня? Что это? Почему? Господи, боже мой. Как говно. Меня просто унижает игра. У меня давление, мне нужен корвалол. Это не волк, это аватар Белиара. Каждый волк мне, знаете, напоминает, как в Dark Souls эти волки. С мечом в зубах. Ну не волки, а один единственный. Что-то заманцевал. Что-то заманцевал. О, боже. Он кусает. Думаешь, покажется, начал ловить ритм. Да, кажется, что-то начало получаться. Властоцвет.
О боже, эти волки совсем безумные. И это что за фигня? Это случаем не те самые группа бандитов? Понятно, та. Та группа бандитов, слабый бандит. Стоять. Стоять. Стоять, слабый бандит. Сейчас мы подразберемся, кто из нас на самом деле слабый бандит. Ну ладно, давайте, лол. Вы такие тупенькие, что я как бы даже... Окей, кажется, тупенький кто-то другой. Что это? Это был рикошет от тела? Вот так это делается. Это был рикошет от тела, ребята? Это было рикошет от тела, серьезно? Мне показалось, или у него от мускулатуры, от его просто барельефа богов просто отскочило. Да, кто тут слабый бандит? Да, по-другому не скажешь. Стоять. Стоять. Они такие манерные. Это что за фигня у меня с... Что за фигня с экраном? Метросексуальные бандосы, это просто нечто. Так, ладно, давай вот так вот, быстрой атакой. Ты будешь умирать сегодня? Господи, это же Маковецкий. Я только сейчас это понял. Это Маковецкий, ребята, вы это поняли? Это на полном серьезе Сергей Маковецкий. Я тебя все равно достану. Люблю пластмассовые мечи. Длинный меч. Требуется силы, боец на мечах. А, 37. Изношенный. Ну, чай мой убийца орков лучше пока. Слабый бандит, слабый бандит. Эй, бандосы. Да что ж ты будешь делать-то? Ой, это что за бандит? Уже не слабый. Да, лол. Так. Быстрое оружие так-то. Только если вот так вот. Нехорошо что-то. Тыкалка что-то не работает. Это само собой силовое. Ну. Но... Отлично, сейчас он меня еще алебардой своей дурной будет убивать. Мне, кстати, в прошлый раз они меня зафигачили. Ого, достает, охереть. Вот это просто прикол вообще.
Я тебя достану! Отлично, с одной атаки. Так, тихо, товарищ. Господи, опять. Господи Иисусе, просто помоги мне, пожалуйста. Что за херня происходит? Я вообще в шоке каком-то. Тушеное мясо. Это что? Шипастая дубина. Так, шипастая дубина. Жизненная энергия плюс 3. Что такое жизненная энергия плюс 3? Вот это вот так по чесноку. Это на полном... Это реально похилится на 3 хп? Вау. Неужели Рис так слабо... Как Рис может быть таким плохим? Я советую тебе все-таки идти в город. Не-не-не, все. Я уже пришел сюда, я отсюда не уйду. Все в порядке, их не так уж и много. Да как так-то ты меня проатаковал? Так, костер. Все, готовим сырое мясо. Так, почему ты колющий удар не юзаешь? Он говно и не попадает по цели. Возьму еще у меня. Так. Блок здесь есть, у меня пока нет. Сломано. Да нет же, это не сработает. Во время боя. Ну, иди сюда. Я не против подраться с вами. Где ты там, дурачок? Сильный бандит. Артега. Да, это тот самый. Ох, нихера себе! What the fuck? Что? Так, что у меня по отмычкам? Где посмотреть количество отмычек? Тут, наверное, впрочем, 22, нормально. Просто крадемся сюда, так будет проще. Короче, здесь без какой-то тактики или обуза я точно ничего не пробью. У меня 106 стрел. Отмычка использована, арбалет обычный, тяжелый. Кольцо, максимальный выносливость плюс 10. О, нифига себе, это какое кольцо хорошее нашел. Не знаю, сколько там... Давай, рассказывай, как ты меня достанешь. Это, собственно, Артега, квест на Артегу, он мне нужен был. Смотрите, все просто. Скорее всего, я смогу победить даже сильного
бойца, если речь сойдет об дуэли. Или хотя бы там 2 в 1 или что-нибудь в этом духе. Я точно не смогу пробить эту пачку. Эта пачка это слишком... Слишком жесткач. Это как раз таки Артега за мной бежит. Что произойдет, если я так сделаю? Мне нравится, как они смотрят и бегут. Не, он просто забивает на все. А что у тебя по хп-бару? Да какая разница? Пробитый, не, ты не пробитый, это... Так, этот сундук мы чекали? Не помню. Нет. Ужас. Маг окружен аурой страха, которую выдержит. Угу. Хорошо. Так. Здорово, Стелрад. Да, готикируем. Так, могу ли я спулить? О, хорошо. Один. Одинёшенник. Это вообще прям изи. Давай, 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 друг. Ошибка-рыбка. Ошибка-рыбка бывает. Ну, зато мне дали подливы. Так, хлебушка поешь? Чё ты фукашишь-то, хлебушек кушай. Саш, тупо выманивать и стрелять. Лук тут лук, лук тут ван лав. Делаем, делаем. Так и собираюсь. Я тебя прикончу. Давай. О, это сильные бомбайцы. Да? Тут. Угу. Хорошо. Тут будет тяжело, конечно, под этим подлукарем драться. Хорошее место для драки. Не очень хорошо, лучше пропустить. Сильный бандит. Нормально, немного осталось. Это ошибка. Сейчас, если я грибу, то все. Так, 150. Давай-ка. Отпивайся, пожалуйста. Хорошо. Так, давай. Я вот как с мечниками драться вообще не помню. Хоть убей. Этот может меня и забороть, конечно. Так, это силовая, это хорошо. Твоя атака нотмаш, это моя самая прекрасная вещь. Давай, давай, давай. Это плохо. А это тоже, что на отмаш, только протыкака. Ой-ой, что за лаги? Что за лаги? Что за лаги? Мечи у них уже адекватные. Слабый бандит. Алибарда. Сундучелла. Где тут сильный бандит? Вот он. Стрела, стрелы. Ой, сколько стрел-то. Это все в меня. Чудо, чудо в перьях, такой в позе экстравагантной. Так.
лучника полутать. В смысле лучника? Это лучник и был, я в конце с мечником, с которым дрался, это и был лучник. Так, ну давай. Отлично. Стоять. Я тут. Угу. Слабые бандиты, на удивление, блокируют лучше, чем сильные. Хотя, по идее, у них паттерн должен быть вообще одинаковый. Лютня. Прикольно. Так, хорошо. Я что-то только что хотел. А, я хотел посмотреть изношенный. А, изношенный. Блин, мой классный... Мой классный... Требуется сила 380. What the fuck? Тяжелое оружие изношено. Хэбуль вообще. Длинный меч бы мне, на самом-то деле. Ты хотел сейф. Да, спасибо, брат. Ну? Теперь ты. А, Артега тоже спорился. Ну, это типа 3 ППЛ. Так, слабый бандит после замаха может получить. Ой, как больно получаю я. Два слабых бандита и Артега. Нормас. Мне не нравится, что я тут делаю. Давайте-ка немножко постреляем. Ух, нихера. Зашло, заехало. Так, Артега. Так, пришел еще один слабый бандит со щитом. Это очень плохо. Мне надо кого-то из них пристрелить вначале. Блин, как неприятно. Так, ну... Ладно, можно попытаться... Типа вот так вот. Ух ты ж, нифига. У него набор атак совершенно другой. Так, теперь у меня вопрос на миллион. Ну ладно, Артега... Два слабых бандита и Артега... Артега как бы свалил, но... Знаете, я даже не против. Ну то есть как бы да, плохо... Но... Окей, но просто абсолютно окей. Один где-то здесь, да, умер? Либарда. Да. Блин, меня что-то расстраивает этот риск, который на полном серьезе ничего не лечит. Жизненная энергия плюс 3 рис. Ой, ладно, похлебыч есть, зато отличный. Хорошо. Ой, хорошо. Сейчас может Артегач один испулиться. Нет, Артегач испулился и еще какой-то либардист. Стой! Нет, не буду. Я убегаю. Артега. Давайте кто-то из вас... Давайте так, ребят. Я прям чувствую, что я могу сделать. Я могу сделать так, чтобы один из вас лоснулся. Вот. А ты давай драться. Ну давай, рассказывай. Ты просто кусок сильного бандита. Позорного. Позорный сильный бандит. Вот и все, что ты из себя представляешь. Угу. 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 Давай.
Ух, господи, вот это я огреб. Вот тебе. Сука, вот я дурачок, а. Вот я, господи, серьезно, найти, вывести. Как можно сделать все хорошо, но после этого вот так вот оподливиться? Он просто никакой, он же не боец, у него ни урона, ни фреймов, ничего, ни хера вообще, просто заходи, убивай. Первый раз я сталкивался с этими дебилами с булавой, у меня все было хорошо. О, один спорился. Нет, на полном серьезе он взял, короче, меня и побил. Ага, Тамбовский волк, тебе стоять, иди сюда. Клоун. Вот это нехорошо вышло из-за того, что я нанес ему урон, он пришел. Позвал свою подружку свою. Конечно, озвучка Маковецкого шикардосная. Давай, иди сюда. Блин, нет, слушайте, я вру. На самом деле он неплох. У него не такой уж и плохой, непростой набор атак, я вот сейчас это понял. Он в блоке быстро ставит. И... О, отлично, у меня залагало. В этот момент совершенно ненужный. Может быть, мне просто с другими шипастыми чуваками везло? Может быть. Хорошо, задаем... Отлично. Это, кстати, задание уже из Кабдуна. Ну, я знал, что мне Артегу надо идти убивать. В любом случае, у него надо взламывать этот. Господи, какой же приз плохой. Почему это так? Посмотрите на это. В чем понт риса? Жизненная энергия плюс 3. Наверное, знаете что? Я знаю, в чем понт риса. Рис, скорее всего, такой же, как яблоки в предыдущих котиках. То есть, короче, съешь много риса, становишься сильным. Получаешь плюс силу перманентную. Потому что он даже не сваренный. Поверь мне, не сваренный рис. Давай. Покажи как. Так. Блин. Как-то не очень. Короче, с алебардой заходишь в мели, он делает силовую атаку, делаешь быструю свою. И, в принципе, все. А все в остальном, после того, как он проатаковал, атакуешь его. Все. Показал, да, показал. Ну, он показал, да. Так-то показал, да, спасибо. Вот, вот почему-то я не успел. А, потому что надо было... А, нужно просто, может быть, заспам быстрыми атаками. О, нормас вообще. Вообще нормас, нормас тема. Так, ну здесь мне... Ну да, тут и с тремя драться это. С тремя драться это такое. Короче, алибарчика можно, в принципе, принять одного, если он один. Знаете, не, все, я не так делаю. Фишка в том, что я пулю одного, атакую его, на урон сбегаются три. Я с пулю одного, отбегу с ним. А вот на урон, пусть сбегается кто хочет. Не кажется ли, я уже кого-то спулил? Угу. Что? Это за херня? Коротко об алибарчиках. Рис.
Просто рис. Пришел с ножом на перестрелку. Так, где-то сундук Артеги. Вау, сколько же здесь жира. Эй, девчонки. Ух, нихера тут девчонок. Слушайте, на самом деле, как бы сундук Артеги, ящик с лампадным маслом. Золото. Железный сундук, трон. Это же... Я же все это даже взять не смогу. Сокровище. Черное сокровище. Железное. Блин, ребят, я что понял? Я понимаю правильно, что я не могу просто открыть эти сундуки? Слишком тяжело. Я просто на полном серьезе не мог, пришел сюда и не могу взломать эти офигенные сундуки. Ребята, если у меня есть спелл на взлом. Если у меня есть спелл на взлом, ребят. Ты у меня кровью захлебнешься. Я им могу сколько раз воспользоваться? Стоять. Стоять. Так, там еще и бандос пришел. Так, этого слабого принимаем, иди сюда. Ты будешь что-нибудь делать? Силовая. Силовая. Силовая? Это не силовая обычная. Алебарда. Стоять. Причем он нормальный бандит с алебардой. А не пасос. Они, кстати, он меня, кстати, так догонит рано или поздно. Ой, какие лаги. Ой-ой-ой, нехорошо, не надо меня бутербродировать. Какой же ты неприятный-то, а? Стоять. Иди сюда. Ох. Повезло дураку мне. Отлично, еще этот с алебардой подъехал. Так, ну хорошо, ладно. Я не против. Ну. Угу. Хорошо. Это то, как я это себе представлял. Фух. Деревянный щит. Бандит. Фух. Что это у нас такое? Стрела. О, стрела — это нужная штука. Так, поярче бы. Вроде, если мечом бить по ящику, то он взломается, если ничего не путаю. Короче, тут лайфхак для темных мест. Нанеси на панель факель, юзай его в другой руке. Окей, хорошо, спасибо. Ну, лайфхак для темных мест. Сука! Это смешно, хорошо, ладно. Это действительно... Действительно смешно. Лайфхак для темных мест. Лайфхак для темных мест, сука. Ты смешной. Просто лайфхак. Это невероятно. Да, я просто в шоке, конечно. Я тебе голову оторву.
чувак суп варит до сих пор. Если я ж уберу... Ну давай, иди сюда. Что это за фигня? Слушай, по поводу лайфхака для темных мест, братан, это, к сожалению... У него, к сожалению, меняется мувсет. У него меняется мувсет и скорость перемещения. Кроме шуток, это просто провал DOS. Так, вроде у меня нет ничего. Так что боюсь, что без этого. Без лайфхака для темных мест. Я тебя прикончу. Блин, вот это он меня овнит. Так, я искренне надеюсь, что... Кстати, что у нас по мечам? Так, там парняга сказал, что сундуки ломаются, если их... Боже, да ладно, я бежал сюда ради этой свиньи, серьезно? Серьезно, ты мне на полном серьезе хочешь сказать, что я не смогу забрать здесь артефактов, железный сундук, ящик с ламбадным маслом? Слишком тяжело. Взлом сложных замков. Котел для готовки. Да не может быть. Рагу из мясного паука, молоко, жареное мясо жука. Пипец. В смысле, я серьезно не могу здесь поесть? Так, ладно, хорошо, проверяем теорию чувака. Не ломаются они, лол. В жопу артефакты снимай свинью с вертела. Да, я, в смысле, я ради нее сюда припер. Ты представляешь, сколько это мяса? Просто боль. Ребята, а че я приперся-то тогда сюда? Хорошо, первое. Сколько работает свиток? Один раз, как в нормальных играх? Тогда мне со своим свитком ломание замка просто можно вот сесть на бутылку. Я приперся сюда, здесь куча железных сундуков офигенных. Пронес эту штуку, но я не могу ни один из них скрыть. Я пойду повешу себя за яйца. Так. Блин, а Bloodborne еще будет? Я надеюсь, что да. Так, давайте, кстати, большое сохранение сделаем. Итак, новое сохранение. Короче, ребят, надо каким-то макаром
навыки вора. Тебе нужно ломать только списочные сундуки, а ты это все остальное это помойка. Что значит списочные сундуки? Я понимаю, что это не самые крутые сундуки, что я смогу их открывать, но мне, короче, нужны очичи. Мне нужны очичи обучения, чтобы это все дело просто вскрыть. Много золота. Мне нужно просто тут... Железный сундук. Просто я... Ладно, хорошо, мы просто запомнили, что мы пронесли эту дурную Артегу. Между прочим, очень хорошо пронесли-то. Вполне нараздавали. Негодяем. Ящик с лампадным маслом. А зачем лампадное масло вообще? Там это рили. Бандиты респавнятся? Ты троллишь меня просто. Огненный шар, зелье маны. В смысле, бандиты респавнятся. Пошел ты вон, я зачистил все это помещение. Не буду... В Кабдуне есть вор, который может обучить тебя взлому. Так в смысле? У меня же взлом нулевой уже есть. Мне нужен взлом сложных замков. Ты воровской навык нужен 30, а у меня навыки вора 10. Ну он и обучит. В смысле? Мне надо будет 20 очков обучения, чтобы сделать 20 навыков вора и еще десятку сверху. Ты сморг, что ли? Он тебе и повысит навык. Сморг вообще-то, да, сморг. Так, а что у меня кольцо это с выносливостью? Могу второе одеть-то? Это 90, хорошо. Так, ладно, идем в Кабдун. Мне нужно в Кабдун и при этом при всем эти... В Кабдун и, короче, при этом при всем мешки где-то найти. Пешочком пройдемся, мало ли что-нибудь найдем интересное по дороге. Так, этот сундук мы открывали, я помню. КВ в Кабду не поделаешь, и очичи на все хватит. Ну, начнем с того, что я точно уже хотел стать силовиком, и я пойду и стану силовиком. Мне для этого уже... Ладно, подожди, давайте камнем воспользуемся. Я для этого могу просто приехать в Реддок. Ну, просто потому, что я могу стать мастером меча. Это, блин, круто. Эти сундуки, конечно, это очень круто и важно, но, как бы, свет клином на них не сошелся. К тому же, мне надо просто, ну, вот дофига на них. Просто дофига. Так. Джой, это вообще кто-то новый. Дай мне подумать. Где этот на М? Коппер. Не понял, а кто такой Джой? На твоем месте я бы не отважился слишком углубляться в эти пещеры. Какая у тебя задача? А что с этими пещерами? Подожди, я же уже закрыл квест на них. Мы их еще не до конца обследовали. Где-то на востоке должен быть еще один выход. К сожалению, в восточных пещерах завелись твари. Вот это бывшая шахта. Так, возможно, я же... но здесь уже много лет ничего не добывают. Тут есть спутник ключевых железов, которые все сундуки Нужно открывают. Было только очистить их от пещерных тварей. Какая у тебя задача? Ну, кстати, я был лук-пикера в зелках. Я караулю южный выход из Реддока. В свободное время я тренируюсь на арене. На всякий случай. Покажи мне свой товар.
Так, луки. Линирок. Понятно. Вау, просто при... без комментариев вообще. Так, хорошо, пошли подеремся. Южный выход из Радока свободен. Ты хочешь сказать, что там больше нет этих тварей? С ума сойти. Тогда ага. Мне будет спокойнее и здесь, у южного выхода. Спасибо. За это я дам тебе пару золотых. Шикарно. Опыт 500 золота и опыт 250. Будешь сражаться со мной на таре? Будешь драться со мной на арене. Почему бы и нет? Потренироваться всегда полезно. Так. Давай драться на арене. Давай драться на арене. Хорошо. Но не забывай, что это всего лишь тренировочный бой. Встретимся на арене. Так, хорошо, F5. Победи Джоя на арене. Сейчас увидим, кто сильнее. Эй, драка! Давай, ты его сделаешь! Прикрывайся! Ну, давай же! Блин, эта штука... Эта штука больная. Точно у него это целое это. Ну, он меня, скорее всего, разнесет, потому что у него так у него. Сдачи, сдачи ему дай. Давай, ты его сделаешь. Провалил. Чуть зрителя не зарубил. Ну, блин, слушай, я на твоем месте на арене, где люди махают мечом, их с виблушком-то не торговал близко. Это неправильно. Сейчас увидим, кто сильнее. Так. Эй, а что за дела? Держи блок. Осторожней. Защищайся. Да как так ты так-то делаешь-то? Чувак, держи блок. Не беси. Вау, да ты бесишь! Какого хера? Что за фигня? Ух, ёжик. Так, все, я знаю, что мне нужно. Сейчас я его добью и пойду супчик съем. Ты же с пол хп идешь драться. Да хрен с ним с пол хп-то. Он не должен проносить, наносить мне урон вообще никакой. Вот он, видишь, я держу блок, он его снимает. Просто бесячий пес. И этот чувак сразу получил урон и сразу контратакует. Это что за фигня вообще? Что это за борода? Защищайся! Не крывайся! Ну? Осторожней! Осторожней! Защищайся! Сила Редок плюс 10. Победи Джоя на арене. Убийца орков, деревянный щит и... Все забрать у Джоя. Ой, хорошо. Так, Хавьер. Тебе нечем заняться? Так, отлично. Ох, хопа, ох, эти блоки. Да блок не работает, просто держа его вовремя, надо жать. Че, Джой, пьешь? Ты неплохо дерешься. Твоя победа заслу... Вот. Окей. Возьми. Целебное зелье получено. Покажи мне свой товар. Нормально. Так. Ну что, ребятуси, я, наверное... Давайте тогда, ребят, объявляю 5-минутный перерыв. 5 минуточек. Я награжу себя супчиком за такую великую победу Орды. Я сегодня утром нормально позавтракать не смог, поэтому надо скушать суп. Продавайся, покупай стрелы. Это да, это я сейчас сделаю.
Чё? Чё-чё? Вечер в хату, уважаемый. Чатик, привет. Здорово, Болверк. Хорошо. Так. Надо либо доктора Пеппера, либо чаёчу. Я хочу чаёчу. Так, товарищи хорошие. ЧВС-скипяти пеппер? ЧВС. ЧВС-скипяти пеппер? Не, что-то. Так, хорошо, новое сохраненное. Ой, сударь, щит качать будем сильно, можно стать чуть-чуть попозже. Не, мы сейчас идем к нашему братану. Вставай! Эй, ты, тебе чего? Вот 5 связок оружия. Вот 5 связок оружия. Отлично. О, нифига, у меня уже было 5. Я думал... Вот тебе немного золота за усердие. Ты научишь меня драться? Научишь меня драться. Меч. Я хочу стать сильным бойцом на мечах. Я хочу стать сильным бойцом на мечах. Без проблем. Сильный боец, хорошо владеющий мечом, не просто колотит своего противника куда попало. Он угадывает позицию врага. Двигайся корпусом, а не просто маши рукой. Щит качай с лестнички. И применяй в бою. Окей. Дольше проживешь. Так, если есть очки, так очков обучения 0. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Во-первых, во-вторых, я не могу. С чего бы это вы взяли-то? Ловкость-то 102. У меня ловкость должна быть 150 на щит. Так что вы романтики с большой дороги, ребят. Ништяк. Так, Копер, повстанец, повстанец. Занимайся лучше своими делами. Копер, повстанец, повстанец. Все, хорошо. Так, мы вообще прям кучу квестов сдали. И куча квестов у нас прям шикарная. Знаете, чего хочется вот на самом деле? Знаете, чего реально хочется? Реально хочется... Во-первых, почему у меня... Знаете, я кое-что, кажется, понял. Во-первых, мне нужны дополнительные рецепты. Мне нужны дополнительные рецепты. Во-вторых, почему у меня нету ни одной волчьей шкуры? Я убил столько волков. Неужели, чтобы у меня были волчьи шкуры, мне нужно сначала изучить какого-нибудь кожевных дел мастера? Походу, так оно и есть. И почему у меня кузнечное дело и древнее знание как-то стакается? Тебе надо выучить снять шкуру, вот же шок. Нет навыка снятия шкур. Ха-ха-ха. Почекай в графе стрельба из лука. А, вот, снятие шкур животных. Требуется ловкости. О, ну это пипец. Вообще гг.
Ловкость, ловкость нужна 150, ее нету. О, свинья. Так, ладно. Да какая же ты неприятная свинья-то, а? Свиньи очень много полезного мяса, поэтому... Да как так-то она улепетывает просто за всю, за все тысячи километров? Это просто обосрамс. Отлично, я еще и скатываюсь. Господи, как я хейчу свиней. Серьезно, я из-за тебя, я из-за трех мяса бегу столько. Карл, я просто... Где она? Она еще и мансует. Это нет же, вообще просто она, смотрите, где она. О, она идет, успокоилась. Что, она зарегенила? Вот свинья! О боже, ура, слава богу, попал. О май год, это была самая дикая охота, что когда-либо была. Вау. 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 Скатился из-за двух каких-то свиней. Из-за какой-то свиньи скатился, ребят. Так, а ты уже все. Куропаток здесь награбил. Курованный куропаток. Так, хорошо. Мне, короче, где-то надо на самом деле ловкости набрать. О, там волчары. Короче, мне нужны различные рецепты на еду, чтобы готовить себе много еды, кушать ее и регенерировать много. Это важно. Без этого, ребята, никак. Костер. Там кто-то стоит. А что, кстати, бочка с водой делает? Устанавливает стаму, наверное. Мне прям страшно. Так, а обокрасть янца я не могу, да? Угу. С тех пор, как здесь появились орки, путешественники стали редкостью. Ну? Ты заблудился или идешь в деревню? Я иду в деревню. Какую деревню? Значит, ты заблудился. Если пойдешь дальше... По дороге в сторону побережья, то придешь в Кабдун. А что там? Там тоже, что нынче и везде, орки да наемники. Наркотики. Если тебе повезет, ты сумеешь найти там работу. Покажи мне свой товар, братан. Покажи мне свой товар. Лук странника. Вау, а чё луки все такие дорогие, чуваки? Так, ладно, кстати. Алебарда.
Так тут длинный меч. А если он изношенный? Ребята, а если вещь изношенная? Кинжал ассасина. Если как бы... Господи, этот лук за 3к. Если он изношенный. Болт. Я все равно из арбалетов не стреляю, поэтому... Арбалет орка, арбалет... Если он изношенный, я его могу починить? Краш-тарак. Изношенный, изношенный. Все изношенное, прям пипец. Изношенное можно заточить на круге точильном. Ну, скажем так... Так, топор дровосека зачем-то отдал один. Один верни, пожалуйста. Один топор дровосека верни. Здесь забалансируй. Обыкновенными стрелами. Не забуду 110. Баланс. Да, но оно останется изношенным. Ага. Так. Теперь... Что ты тут делаешь, братан? Что ты тут делаешь? Я... Охотник. Но времена настали плохие. Много волков, мало дичи. К счастью, орки платят мне очень хорошую цену за волчьи шкуры. Угу. Ты научишь ты меня? Ты можешь научить меня охотиться? Mm. Конечно, могу. Только что я с этого буду иметь? А что ты хочешь? Принеси мне 10 волчьих шкур, которые я смогу продать. У орков... В Кабдуне их очень много. А потом я покажу тебе, как нужно охотиться. Окей. Так, будем его вываливать. Будем его вываливать, ребят. Давайте посмотрим. Ты... Хорошо одет. Длинный меч, еще вдобавок. А еще могу поспать. До следующего утра. Йенс был выселен. В следующий раз ты так легко не отделаешься. Это очень смешно. Так, длинный меч изношенный. Цена в золоте 625. Вау. Лук опять за 3250. Ну, я опять, короче, красавчик. 10 волчьих шкур мне надо из Кабдуна. Окей, идем в Кабдун. Этот охотник. Охотники в этой игре просто сугубо унижены. Потому что. Так, ну показывай, что у меня, кстати, по... Так, а где ты? Голодный волк. У меня просто новое мастерство меча. Я хотел его опробовать. Может быть, я чё? О, у меня теперь вот такая есть атака. Смотрите. Вау. Щач, сосес, ржавый меч. Так, здесь можно святилище. Что можно сделать? Манку покачать. Но это мне все не надо. Миллер. Магическая сила древней магии. Мне, короче, на самом деле нужна мана. Мана до 180 мне нужна. Ну, была когда-то. Сейчас я уже не могу сказать, что мне нужно. Сайлас, раб. Здорово, Сайлас. О, новое лицо. Я наемник. Мое имя Сайлас. Я... Еще один горемыка, который пытается заработать. Я знаю это. У всех так. Сходи к Буффорду. Может, у него найдется для тебя работа. Если мне повезет, получишь мою работу. Окей, хорошо. Кто такой Буффорд? Он здесь начальник. По меньшей мере у наемников. В общем, если ты не орк и принадлежишь к Уруку, то он твой единственный шанс, чтобы как-то утвердиться здесь. Ты найдешь его в конце главной улицы. Чаще всего он стоит
перед своей избушкой. Ты-то что делаешь? Что ты тут делаешь? Я должен следить за рабами. Недавно один из них смылся. С этого времени мы не имеем права оставлять рабов без присмотра даже на секунду. Что тут есть в городе? Прикольно. В городе. Кабдун, конечно, большой, но точно не город. Здесь нет даже приличной пивной. Но здесь хотя бы работу дают. Ты точно подойдешь. Окей. Блин, там орки будут. Надо аккуратно. Я думаю, что здесь прям всех этих орков проносить не надо. Воин. Стул. Волчья шкура. О, волчья шкура. Волчья шкура. Мне их 10 надо, да? Тренераса. Хорек. Что? Кто? Чего тебе надо? Уходи. Хорек, а ты что здесь делаешь? А ты что здесь делаешь? Эй, приятель, спокойнее. Я просто собираю кое-какие травки. Какие? Травки? Есть у тебя что-нибудь стоящее? Ну, конечно, у меня есть несколько целебных растений. А куска жареного мяса у тебя случайно не найдется? Нет. Жаль. Ну что ж, ничего страшного. Тогда мне придется питаться растениями. На травника ты не похож. На травника ты не похож. Ну, хорошо, приятель, ты прав. Я раб, я сбежал из Кабдуна. Ты нашел меня. Но это не те три донох, опрометчивых действий. Как мне найти здесь растения? Да это проще простого. Только надо знать, где искать. Например? На горных склонах. Если очень повезет, можно найти целое поле растений. Так, пойду хорьку мясо принесу, а то жалко хорька на полном серьезе. Волчья шкура, воин, гробок. Так, рабы. Солнцегляд. Огонь-то где-нибудь здесь есть? Ладно, там найдем. Сейчас принесем, сейчас пожарим. Так, гробок. Эй, чего тебе надо, Мора? Тебе что-нибудь нужно? Тебе что-нибудь нужно? Пожалуй, нужно. Мир и покой в этом городе. Так что лучше не зли нас. Не подходи к чужим вещам и дерись только с нашего разрешения. Надеюсь, ты понимаешь меня, Морре? Определенно. Угу. Какое у тебя дело в этом городе? В городе? Кабдун. Но лучше быть с моими братьями под Ленгардом. Марионеточного короля. Так, рабы, рабы, свиньи, рабы, куча свинок. Так, о, сирук. Подожди-ка. Чего тебе? Ты берешь то, что тебе нравится, как вор, и это мне по душе. Хочешь работу? Да. Что это за работа? Да, хочу. В лагере Уркраса есть пара-тройка золотых бокалов. Ими хотят заплатить за новых рабов. Если ты позаботишься о том, чтобы они исчезли, я научу тебя... Красавчик, Сирук, братан, да. почему? Почему я должен воровать для тебя, если тебе даже украденное не нужно? Мы воры. Все время находимся в поиске людей, которые владеют нашим ремеслом лучше, чем мы сами. Вполне возможно, что я чему-нибудь у тебя научусь. Как мне узнать вас? Таких людей, как я, можно узнать, если задать правильные вопросы. На такой ответ я и рассчитывал. Расскажи мне о ворах. Мы повсюду и нигде. Всегда в поисках удобного случая.
Обычно мы знаем, где можно хорошо поживиться. Блин, а всем... И охотно продаем наши знания. Как мило. Блин, на самом деле, во всех таких играх воры — это такая романтика просто. Так, Фил. Ну что такое? Никогда не видел, как убирают свиное дерьмо? И оставь свои дурацкие ухмылки, ясно? Ну... Ты ведь не всегда был свинопасом, верно? Мало ли кто кем был до войны. Спроси всех тех, кто еще не сдается. До войны я состоял в дружине этого города. Инна знает, что я все отдал бы за то, чтобы вернуть старое доброе время. Ты член повстанческого подполья. Повстанцы. Мне противно это слово. Мы простые граждане, которые в своей собственной стране не желают никому покоряться. Мы нашли повстанца. Меня прислал Хавьер. Значит, в Редеке ты тоже уже побывал. Приятно знать, что Редек вообще еще существует. Спасибо за новость. Чем я могу тебе помочь? Чем я могу вам помочь? Жизнь всегда небезопасна. Итак, кого я должен убить? Нет, ты должен достать нам оружие. Ничего особенного, просто три связки оружия. Когда наступит революция? В одиночку мы не справимся. У орков численное превосходство. Одного очень сильного паладина держат в плену. Наверху, на маяке. С его помощью я бы рискнул атаковать орков. Почему ты все время роешься в дерьме? Почему? Потому что меня к этому приговорили орки. Я говорил тебе, прекрати свои дурацкие ухмылки. Мне надо работать. Понятно. Так, чувак. Во-первых, мне было интересно. Серук. Интересно, как оно будет работать? Убей меня. Тоже за 13 тысяч. Почему у вас у всех за 13 тысяч? Почему у вас у всех за 13 тысяч пушка? Товарищи. Товарищи воры. Почему у него за 13 тысяч пушка? Кто-нибудь мне подскажет, ребят? В следующий раз я тебя прикончу. Тебе нечем заняться? Занимайся лучше своими делами. Сперва передохну. Я тебе боюсь... Я боюсь, он меня больше не любит, ребят. Я не думаю, что мне это нужно. Я не думаю, что за 3К он стоит того, чтобы я отказался от него. Сначала кубки проворую, пусть он меня там обучит. А потом я его жахну. Так, сырого, 11 сырого мяса. Пароль, те 3 данов. Ты же ему глаз подбил, лук. Нормально. В смысле, не сильно, я ему глаз-то и подбил. Так, что тут у нас кто? Декарт. Ну, рассказывай, Декарт, что ты там? Ты здесь совсем недавно, да? Тогда слушай. Если тебе что-то нужно, ты приходишь ко мне. Орки с кем попало не торгуют, ясно? Ясно. Здесь работа для меня. Есть работа для меня. Конечно. Ты можешь прямо сейчас добыть мне пару вещей. Мне нужны целебные снадобья. 3 будет достаточно. Да изи. Хотя последнее время здесь, в Кабдуне, достаточно спокойно. Но будет лучше, если мы подготовимся. Вот 3 лечебных знада. Спасибо. Плюс опыт. На первое время хорош. Хватит. Если тебе понадобится снаряжение, ты знаешь, где меня найти. Мне нужно снаряжение. Тогда посмотри, что у меня есть. Ух.
80 тысяч, 25 тысяч, 5 тысяч. Ой, какой хороший. Хорошие вещи. Ничего себе. Карта мира. А карта мира у меня же уже типа есть. Мне больше не надо. Каменная табличка. Древнее знание плюс 3. Я правильно понимаю, что это просто древнее знание плюс 3 на халяву? Не, да, по доспех, да, действительно очень крутая штука. Сейчас бы за 5000, за 5к этот доспех. На халяву за 500. Слушайте, я бы взял сейчас максимальная жизненная энергия, максимальная выносливость. Я бы, короче, я сейчас бегаю вот с этим дерьмом, да? Ну ладно, давай так. Хотя можно помариновать. Ладно, вот эту штуку точно возьмем. Блин, эти таблички на халяву бафуют древнее знание. Отличная тема. А, взять или не взять? Ладно, бабки есть. Ты парень, что надо? Ты парень, что надо? Откуда у меня лук странника? А, этого я обобрал, точно. Вспомнил кого. Так, хорошо. Одеваем... Новый армор. Вот он лучше выглядит. Теперь я элита. А, значит, этот армор пропадем. Древнее знание 3.6. А что мне древнее знание дает? Ничего особо, да? Покажи мне свой товар. Покажи мне свой товар, дружище, да. Старую броню продаем тебе. Плюс 2. Это говнилово. Уходи. Пусть будет сделка. Так, надо красться же, да? Мне нужно 10 волчьих шкур, да, если мне память не изменяет. Да, вроде 10. Сайрус. Луки для геев. Древнее знание, на чтобы лучше. Месте я бы сразу свалил отсюда. Почему? Здесь нечего делать. Ни золота, ни женщин, и шнапса лично нет. Ты можешь себе такое представить? Ночная вахта, нет. И без шнапса. Единственное развлечение здесь — это бои на арене возле башни. О, бои на арене, хорош! Хорош, хорош, это то, что я хочу. Так, что бы ты хотел... Чем бы ты хотел вместо того, чтобы нести? Ты все так же ноешь? Чем бы ты хотел заняться вместо того, чтобы нести ночную вахту? По мне, самое лучшее... Это выдержать настоящий бой с бандитами. Что ты имеешь в виду? Ты еще не слышал про Артегу? Он главарь бандитов в прибрежной области. Слышал, я этих его... Этих бандитов целая куча. Я его заумнил. С удовольствием бы сделал их ряды пореже. Так, Артега мертв. Артега мертв. Что? Правда? Жаль. А я-то думал, что сейчас все только начнется. Да. Значит, я снова пойду стоять ночную вахту. Ты все так же ноешь? Если ты дашь мне бутылку шнапса, по-моему, мы есть станем шнапс. С тобой лучшими друзьями. Декарт никогда не раскошелится, чертов скряга. У меня есть для тебя бутылка шнапса. У меня есть для тебя бутылка шнапса. Как раз то, что мне нужно. Плюс 500 опыта. Спасибо, друг. Все в порядке. Просто кайф. Так, я пошел отдам этому чуваку. Пойду мясо отдам этому чуваку. Так, сколько... Ну, так, сейчас, подождите, я пойду зачекаю, сколько мне надо... Задание. Оружие для Фила. Шкуры для охотника Йенса. 10. 10 волчьих шкур. У меня пока еще мало шкур.
кушай, маленький. У меня есть для тебя мясо. 500. Спасибо, кайф. Дружище. Просто по 500. Вот целебные растения. Из нас бы вышла хорошая команда. Ты и я. Братан, если ты открываешь... Если ты открываешь... Иди, а то у нас обоих будут неприятности. Если ты открываешь замки, Харек, ты будешь просто моим супер-бро. Я за тебя буду просто вписываться в любой замес. Так, Гамаль. Что за Гамаль? Я хочу на арену, я хочу на... Эй, ты! Кажется, несколько золотых монет придутся тебе как нельзя кстати. Ты что, назвал меня бедняком? Кто ты? Я служитель Белиара, ассасин. Раньше ассасин? Я жил на юге, по ту сторону границы. Я пришел в вашу страну, чтобы предложить оркам свои услуги в качестве охотника за рабами. Угу. Ты продаешь людей... Что я должен сделать за это? Подожди, что я должен сделать за что? Ты продаешь людей в рабство оркам? Это просто работа, как и любая другая. Совсем недавно я даже продал оркам самого настоящего паладина. Продал оркам паладин? Продал оркам паладина? Он сейчас наверху, в маяке. Его там орки допрашивают. Я получил за него приличную сумму. Снаряжение его, конечно, и гроша ломаного не стоило. Негодная броня. Ничего не стоящий кубок, а еще какая-то мелочь. Понятно. Короче, Гамаль тупой, судя по всему. А где сейчас снаряжение пойманного паладина? Ну, Уркраса. Он дал мне за него несчастных 50 золотых. Понятно. Вещи пойманного паладина у Уркраса. Что я должен сделать за это? Один из моих рабов, паршивый ублюдок Харек, сбежал. Харек. Я не могу тут все бросить. Поэтому мне нужен кто-нибудь, кто поймает этого парня. Как насчет тебя? Ты вроде не похож на очень брезгливого. Я поймаю Харека, где он? Я поймаю Харека, где он? Если бы я знал, я бы его уже давно поймал. Оттараканить Харика? Он, скорее всего, еще где-то поблизости. Может, кто-нибудь видел его возле города? Отведи раба Харика назад к Гамалю. Жизнь охотника за рабами кажется очень выгодна. Помоги мне, и, может быть, я расскажу тебе об этом побольше. Даже не знаю. Как-то это не по-человечески, что ли, но это же игра. Почему бы не сделать какую-нибудь такую фигню? Так, здесь можно поспать, почитать. Сундучелло. А ты всю будешь проходить? Посмотрим. Изель. Тебя я здесь еще ни разу не видел? Что тебе нужно? Ты что сдашь, братишку? Что ты тут делаешь? Я городской алхимик. Очень занятой. О, это тот самый. Продай мне свои снадобья. Если я буду продавать свой товар каждому проходимцу, что же из этого получится? Для этого тебе придется сперва кое-что сделать. Это, кстати, его ограбить надо, по-моему. Что ты хочешь? Мне нужен мешок с ингредиентами для работы. Угу. Достань мне дюжину целебных трав, и тогда, может быть, мы заключим сделку. Ну на. У меня есть травы, которые ты хотел. И они могут мне очень пригодиться. 12. Продай мне свои снадобья. Ладно. Давай посмотрим, сколько у тебя золота. Так, отравленная стрела. Неплохо, неплохо. Ну, это классика жанра. Здесь ничего экстраординарного вообще нету. Лечение слабости. Целебные зелья как бы разные в идеале, конечно. Целебное зелье из лесных ягод. А мне есть смысл разные целебные зелья пихать? Целебное зелье из целебных растений. У меня же есть такое.
Ладно. Ой, там орки такие мощные. Слушайте, я думаю, что... Короче, Уркрас — это тот орк, который как бы вообще... Хорёк как бы... Ну, как бы, Хорёк все равно здесь не жилец. Давайте его тараканим. Пусть будет опыт, ребят. Я отведу тебя назад, к твоему хозяину, Гамалю. Ну, черт. Эй, приятель, ну не торопись. Я не хочу неприятностей. Давай поговорим. Давай. Что ты можешь мне сказать? Я сам из этой дыры. И наверняка смог бы тебе кое-чем помочь. Как? Ну так что? Хочешь получить пару жалких золотых за мою голову или поможешь мне выбраться отсюда? Куда ты собрался? Куда ты собрался? Отведи меня в деревню, к охотнику Йенсу. Я спрячусь у него на некоторое время, а заодно смогу и прилично поесть. Рука руку моет. Может быть, я и трус, но зато я ловкий и изворотливый. Если ты мне поможешь, то, может быть, я смогу продемонстрировать тебе кое-какие свои способности. Mm. Окей, я могу его оттараканить туда, отдать этому дебилу, могу отдать охотнику Йенсу. Ну, как бы мы, раз мы пойдем к Йенсу, то пойдемте сначала квест на шкуры доделаем. Подожди, я, кстати, в бочку с водой все хотел. Да, она стамину резает. Нет, она ХП резает. О, бочка с водой, можно ХП восстановить. Кстати, как выгодно. Сойдет. Ладно. Симулятор питья воды. Эй ты! Чего ты тут ошиваешься? Ядрёна бомба там. Стражник на полном серьезе. Стражник внутри этого заведения. Зель. Аналой. Тут что-то об алхимии. О, алхимия плюс 3, хорош. Шкатулка. Много золота. Серебряный кубок. Золото. Сундучелло. Взять все. Серебряный кубок. Химический стол. Вода. Меха, кровать. Сундук. Слишком тяжело. Взлом сложных замков. Это я пока не могу открывать. Это тот самый квестовый сундук. Если на то пошло. Кстати, алхимический стол. Я вот все. Вода, сосуд. Целебная трава. Целебное зелье 4. О, целебные зелья, судя по всему, сколько хочешь. Так... Что такое? Так, тут какой-то кузнец. Давайте как Буфорт. Давайте как в обраточку, как бы я там вот хотел. Вот отсюда шел. Эй, ты! Иди сюда! Иду. Мои товары до сих пор не пришли. Что же вы, наемники, делаете целый день? Но... Замолчи! Я хочу, чтобы ты вернул мои товары! И не дай бог, ты появишься тут раньше этого времени. Верните Уркрас. О, это. Вещи пойманного паладина все еще у тебя? Да, всякое ненужное барахло и странный кубок. Ты можешь отдать кубок мне? 100 золотых монет! Да на. Продай мне кубок пойманного паладина. Вот! Все равно с него никакого толку. Лол. Плюс 1000 опыта. Огненный кубок, между прочим. Это основной артефакт. Один из 3. Лол, просто вот так вот валяется. Какие товары ты ждешь? 3 больших ящика, на которых стоит мое имя. Большие крепкие деревянные ящики. Вы, глупые наемники, позволили украсть их вшивым бандитам с побережья. Мои товары наверняка еще там. Ступай и забери их. Окей.
бандитам с побережья. Мои товары все еще там. Ступай и забери их. Хорошо, я понял. Так, что-то у нас буфор здесь. Ты здесь недавно, да? Пришел, чтобы работать на орков? У тебя что здесь есть? Есть здесь право голоса. Да, но только среди наемников в городе хозяевами являются орки. Но быть наемником орков совсем даже неплохо. Что насчет тебя? Такой сильный парень, как ты, может мне пригодиться. Я должен вернуть Уркрасу его товары. В чем проблема? Ты знаешь, где я могу их найти? Нет, но в окрестных лесах шастают мятежники и бандиты. Может, тебе лучше просто пойти вдоль побережья? Придется. Это должны быть следы. Что это за товары? Без понятия. Подозреваю, что обычные запасы. Весь прибрежный регион снабжается сейчас товарами из Миртаны. Ты научишь меня драться? Угу. Ну, классика. Щита пока нет. Так, это мне не интересно. Так. Интересно, он видит? Так, жареное мясо. Нормально. Ему чихать, кажется. Так, мне нужны волчьи шкуры. Костер. Волчья шкура. Сколько у меня уже волчьих шкур? Прочие, наверное. Шкура, шкура бизона. Волчья шкура 8. Угу, потом остальные выберем. Те три до ног. Ух ты ж, ёпрос это. Лол, волчья шкура. Вы мне что, все это закидываете просто? Ух, нихера. Вау. Вот это поживиться тут можно. Вперед. Господи, да я как не в себя буду воровать. Просто клептоман, плиз. Не могу остановиться, это орковские вещи. Я, кажется, попал в рай, да. Морковку украл орка. Пур орк. Стоять! Отсюда исчезли ценные вещи. Да-да. Что-нибудь знаешь об этом? Нет. Мы за тобой следим. Веди себя в городе или пой... Чей это дом? Здесь живет Урук. Он глава города. Только не вздумай пройти через эту дверь без разрешения. Это не дверь, это проход. Тупица. Нет, мы не знаем, можно ли тебе доверять. Еще один шаг в этом направлении. Чувак, я вообще-то не в дом иду. Так, Гамаль. Так, у меня... Мне нужна еще одна... Так, это, наверное, спуск к побережью. Туда пойдем, хорошо, потом. Мне надо сначала еще одну волчью шкуру. Волчью шкуру, ребята, ищем и идем... Подожди, а что это такое? Это мы уже чекали? Здесь мы... Нет, не чекали.
Так. Как же он не видит? Ага. Здорово, горло. Не-не-не, слоупочный, просто пипец. О! Шкура. Возможно, все. Так, я вот не помню я. Он будет продолжать в том же духе, из этого никогда ничего не выйдет. Это мои чуваки. Некоторые проблемы решаются сами собой. Я вот этот сундук открывал. Они просто смотрят на меня. Стоять! У наших людей все чаще пропадают ценные вещи. Готов поспорить, за это отвечаешь ты. Понятия не имею, о чем ты говоришь. В чем ты, не понимаю? Не верю ни одному твоему слову, грязный вор. Ну, я тебе покажу. Декар, ты же норм, пацан. На тебе, Декарт. Что? Если здесь кто-то и бьет... Ладно. Не закатило. Ладно. Ха-ха, в какахах копаешься. Красноречие 0. Да, походу красноречие. Давай, давай. Хорошо. Хорёк присоединен. А кто на нас нападать будет? Хорёк афкашит. Тут-то практически даже идти-то не надо. Вот, квест дан. Вот. Вот все волчьи шкуры. Давай поглядим. Качество отличное. Я бы дал за них хорошую цену. Если хочешь, я научу тебя охотиться. Охотиться? Я привел тебе гостя. Я привел тебе гостя. Харику нужно на некоторое время скрыться. Понятно. Пусть пока он побудет у меня. Так, расскажи мне что-нибудь. Расскажи мне что-нибудь об охоте. Так, ловкость плюс один, стрельба из лука. 3 очка обучения, животных шкуру. Всего 3 очка обучения стоит, ребят. Ой, смотрите, можно за 10 очков же обучения прям вообще... Ой-ой-ой, это же прям дешево. Как вы думаете? По-моему, надо. По-моему, надо, ребят. Так, назад. Закончить. Это же норм тема. Требуется ловкость 120-130... А, я ничего из этого не могу. Просто забудь, у меня нету 150 ловкости. Ну, выбер... Я не знаю, за кого я буду. За... Либо за... Я не знаю, еще пока не выбрал. Я еще даже не на перепутье, поэтому не могу сказать. Сначала ловкость до 125 вкачай. Придется у него, да, качать ловкость. Но я же хотел еще навыки вора. Блинский. Что тебе нужно? Я уверен, ты лучше не мешай мне. Гамаль меня больше не любит. Так. На навыки вора нужна ловкость так-то. Неужели на взлом замков тоже нужна ловкость? Так, я хочу на арену.
Я надеюсь, там дадут отличный дрын. Клад Бон. Как говорится, лучшие грибочки на кладбище растут. Ха-ха-хах. Целебная трава, господи, ее тут так много. Как приятно. Это, наверное, специально сделано под этот квест, где надо 12 целебных трав сдать. Прям вообще тьма тьмущая этих целебных трав. О, Элгиме тоже. Нет, будь сильным вором. Мне тоже считают, что быть сильным вором самое оно. Я вообще не понимаю, как можно не вскрыть сундук, если у тебя есть молот просто. Представь себе, вот с молота. Просто пах! Развед. Так, Арок. Арок, братан. Есть что почитать? Ты здесь, чтобы сразиться на арене? Да. Я хочу драться. Что я могу выиграть на арене? Что я могу выиграть на арене? Чемпион арены получает меч. Меч? Я в деле. Проигравший не получает ничего. Я хочу драться на арене. А если в сундуке фарфорный диск голды? Для начала я дам тебе соперника послабее. Послабее. Если ты сможешь одолеть его, тогда мы поговорим еще раз. Что мне сейчас делать? Фади. Иди на арену и дерись. И если ты покинешь ее, ты проиграл. Так, Фади. Ну тогда покажи, что ты умеешь. Драка. Фади меня умнит. Ой, Фади мне ударил. Хорошо. Фади. Победи Фади на арене. Так, ну все, поехали. Так, давай, Фади. Фади, ты сейчас будешь поражен. Ну тогда покажи, что ты умеешь. Да как так-то? У меня факинговый эксперт меча, и я не могу, блин, убить Фади. Посмотрите на этот урон просто. Так, сила плюс один. О, хорошо. Так. Фади. Обращайся к Ароку. Так, костяной щит забрали, меч забрали, Фади. Фади, лут Фади. О, Фади, 35. Обращайся к Ароку. Хорошо. В следующий раз я тебя прикончу. Следующий раз. Бей сильными атаками, что ты как посос. Да, что-то я неправильно. Ну, я не умею драться. Ну так-то да, ты дерешься убийцей орков, а нужно убийцей Фади. Ты победил. Твой противник был слаб, так что не задавайся. Окей. Если хочешь. Да. Я... Дай мне соперника. Дай мне соперника. Ты хочешь драт? Ты выступ. Иди. Победи Дармока. Иди сюда, паренек. Ядрить у него там. Осторожней.
Вы покидаете арену. Прекратите. Нарушители общества золота я возьму себе. Хорошо, я понял, спасибо. Я вышел с арены. Я вышел с арены. Иди сюда. Я, кстати, хотел силовой атакой ударить хоть раз. Вы покидаете арену. Отличный удар. О, нифига себе он. О, сила плюс один. Ядрить он мне нанес. Дармак. Крашворок. Ядрить он мне нанес, да, ребят? Короче, если силовым попадешь по оппоненту, то он упадет. Какая сильная сторона у тебя есть? Нету сильных сторон. Я выиграл. Я выиграл. Да. Ты хорошо сражался. Больше никто не хочет выступать против тебя. Ты... Я получу приз. Да. Этот меч. Носи. Новый меч. Палаш получено. Что тебе здесь нужно? Так, мне надо еще поговорить. Волчья шкура. Так, Дармак. Ты хорошо сражал. И где у нас Фади? Найдем мне курков Фади. Поганец, ты черто... Не создавай здесь лишних неприятностей. Хорошо, шикарно. Так, мне дали новый мечано. Палаш. Требуется боец на мечах. Ага, вот он у меня палаш. Теперь у меня есть палаш. Ну, он как бы не убийца орков, но хорошо. Стоять! Стой! И шагу дальше! Окей. Дай пройти. Нет, мы не знаем, можно ли тебе доверять. Ладно, я пошел отсюда. Хорошо, так, у меня есть, ну, у меня есть мечишка. Теперь. Что здесь шастаешь? Я вынюхиваю. Хочется на самом деле купить у алхимика другие алхимические штуки и себе зеликов наделать. Понял, хоть одно достоинство. Поставь палаш на ход кей. А, точно. Да, спасибо. Так, пойдемте выполнять квест этого чувака. И нужно... Подожди, стоп. Ну да, ладно, я пошел верну. Мне вдоль побережья надо пойти. Как вдоль побережья пойти лучше всего? Давайте, наверное, я там спущусь. Здесь спускаться неудобно. Я из города спущусь. Там в городе, по-моему, есть место, где можно спуститься хорошо. Так, тут... О, уже можно. Так, давайте, кстати, причем, знаете, что сделаем? Вот это два, вот это один. Чего, палаша другой мувсет? Нет, такой же. Ржавый бывает. Топор, сундучил. О, нихера! Это блок у ползуна? Ядрить он отрывает. Нормас. Ну, конечно, как лох сыграл. Короче...
Короче, я думаю, что знаете, что надо делать? Надо делать так, типа, ты делаешь... Если надо далеко речнуть, делаешь так. А вообще, как бы, так ты станешь и, и зачарживаешь атаку. И, типа, он еще и падает после этого. Надеюсь, это будет работать. Здесь, короче... Сон. Сон — это хорошая штука. Так, тут у нас вообще какая-то фигулина на рагулине. Тут гоблин, кстати. Ну вот какой ты неприятный. Нилбок. Да нет же. Где гоблин? Нет. Сзади? Сверху? Через стену? Ага, понятно. Сойдет. Тут можно, короче, пойти вот в эту пещеру, но она, по-моему, пока не нужен. Давайте пока пропустим эту пещеру. Хотя, ладно, подожди, может быть, она коротенькая. Блин, какой ты неприятный, а. Да... Ну нет, ну столько хп тратить на этом говне, это просто кошмар. Так. Блин, надо научиться как-то... Как-то убивать нормально нилбогов неприятных. Давай. Какой же ты... О, вот, короче, по КМам можно Дружка, отец уже как два раза. Ну, опять я получил. Не понял дофига. Как, но с меня сняли бабки, поэтому с ресабом меня капа. Спасибо. Спасибо большое, Егорушка. Да, в смысле, как? Ну, как нет-то, ты же подписан. Ну, в смысле, она что-то рассчитывала. Спасибо тебе большое, Егорушка. Обнимашки. Спасибо. Ай, фак. Ладно. Не очень удобно, но ладно. Дубина. Вот как это сработало так? Ну серьезно, ну я опять потратил все хп. Ну как? Слишком тяжело. Ой, железный сундук еще. Ёпрст-то. Ладно. Я не пойду сюда. Железные сундуки меня особо раздражают. Все, убивай меня, я не готов. Не, я не пойду. Короче, мне нужен хиллер, мне нужен вор. Я даже не знаю, кто мне нужен больше. Не, ну ладно, хорошо, просто еды надо резко больше. И целебных зелий. И тогда я, в принципе, может быть, смогу нормально выживать. Пойду сначала с гуманоидами подерусь, там у них еда должна быть.